Мбаппе вписал свое имя в историю сборной Франции. Мбаппе – первый француз в истории, забивший 10 голов за сборную до 20 лет. Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в товарищеском матче с Исландией 2-2 сравнял счет на 90-й краткой минуте. Для 19-летнего форварда этот гол стал уже 10-м в футболке национальной сборной. Провел 26 поединков. Как сообщает АПТЭ, ранее ни один француз не забивал такое количество мячей за сборную до своего 20-летия. Мбаппе 20 исполнится в конце декабря. Ранее сообщалось, что Мбаппе забил Лиону 4 мяч за 13 минут. По материалам сайта news.com.